Что за монах? Эй, воу-воу-воу, это что, бот что ли? Вау! Ты чё такой агрессивный, погоди! И всем море приветов, друзья, и гости моего канала Нептун здесь, и я продолжаю приходить, Минори. Это вторая серия. Двухмерный, красивый, даже немножко анимешный, наверное, платформер, слэшер, где мы можем рубить всех еретиков в клочья. Играю я за милую сестру, сестру церкви. Причем здесь две как бы сестры, мы играем за двух сестер. А вторая, она как бы со мной всегда бегает, но видно ее только вот в таком виде. Либо в диалогах. Все. Библиотека это промежуточная такая лока. Здесь можно что-нибудь себе купить, там поговорить и так далее. А по сюжету нам нужно топать дальше. Погнали. Так, ой, с другой стороны. А толку? Там он что-то блестит. Изучить. Закрыто. Это все было бы офигительно, если бы я знал, как это дело открывать. Так, ну-ка. Бам. По-моему, я нашел лазейку, да? Ух ты. Что это за аленький цветочек? А что, его можно взять? 5 очков опыта? Я хрустальный цветок разбил. Попрыгаем, полетаем. Круто. Так, что это? А, это он колдует. Хрена себе. И далее что творит, а? Падла. Так, и шкафчик. Так, подожди, что-то там было? Опа, серебряная монета. Мне еще нужно одну найти, я смогу купить себе крутой фимиам. В магазине. Так, изучить. И левелап я получил. Ху-ху! 8 уровень, да, уже? Так. Согласно эдикту номер 104/12/02, почтенные матушки, мы приводим вольный перевод ведьмовского высказывания. Мы утопаем в слезах этого мира, надеясь лишь, что они нас примут. Это типа какая-то ведьминская надпись. Понятно. Меня это волновать не должно. Так, что это за... Интересно, а что кроме как повышение, допустим, здоровья дает мне левелап? Я так понимаю, что он плюс 2 очка жизни мне дает. И очень надеюсь, что все-таки он еще и урон у меня увеличивает. Ну-ка, подожди. Так, нет, это не то. Запись его, статистика. Так, погоди. Вот. Атака 8, физическая атака 14, магическая 9. Вот оно что. Надо запомнить. И перед левелапом потом сравнить. Посмотреть, что именно оно увеличивает, что у меня уменьшает. Ну, уменьшает оно вряд ли, да, что-нибудь вообще. Но увеличивает, скорее всего, мои показатели. Так. Вверх или вниз? Давайте вниз. Хватит колдовать. Так, что там? Соборный ключ? Вот это круто, я впервые ключ нашел. Так, это отсюда? Открывается соборным ключом. Зашибинчик. Так, что это за пиявки? Что это за эти, слизняки? А, прочь, прочь, противные. Причем весьма они неплохо так дают мне опыта. Плюс 12. Надеюсь, эта дымка не ядовитая? Это какая-то, она не внушает мне доверия, эта дымка. Так, что там? О, походу, дело какая-то ведьма, да? Или нет? Ты кто? Вау, подожди. Кто особый, что ли? Да нет, вроде обычный. Или что? Что это за проклятие ведьминское? Они... создают этих маленьких чертиков. А, видите, барьер, я не могу уйти отсюда. Я вынужден нести это бремя войны. Ух ты! Я никак не могу привыкнуть к тому, что они могут меня бить во время того, когда бью их я. Еще одна попытка, друзья. У меня же есть еще эти... забывать...
про мегаудары и мегаперекаты. Вот мегаудар. Уничтожил маленьких чертиков. Так, ради чего все это было? Ради слизняка? Привет, слизняк. Ты будешь хорошей наградой. За них опыта дают немало, кстати. Это очень полезно. Но... Так. Есть, подошел ключик и сюда. Привет, ведьма. Как дела? Что ты здесь такого делаешь? Варишь свои жуткие зелья? Очистим мир от ведьм. От скверны и от ереси. Да? Богашечки. Фига ты же, уже они живучие стали, смотрите-ка на них. Они какие-то реально стали все живучие, так можно пойти туда. А можно, видимо, ниже, да? Черт, вот это выбор. Столько разных проходов. Какой из них ведет к сюжету, а какой из них, допустим, к дополнительным предметам. О, сейвик. Это реально хорошая вещь. Блин, такое подозрение, что я здесь был. Так, вроде как, так, подожди, так и есть же. Тут вот тело ведьм, то я тут, битва с боссом была у меня, по ходу дела. Я как бы в начало возвращаюсь, да, точно, я в начало. Но там ведь была куча запертых дверей, давайте проверим. Подойдут ли они, мои ключи? Да офигеть, он еще может разворачиваться, этот маленький гаденыш. Так, да, вот начало. Собственно говоря. Вот она была заперта дверь, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Есть, подошло. Вот теперь мы сможем наконец-то все-таки найти все эти вещи. Целительный фимиам, подожди, так он у меня уже был. Или это еще один? Ну-ка. А, ну это этот же. Так он у меня был изначально, как я могу его найти? Или что, я могу его как-то потерять? Ну, скорее всего, я просто его восполнил, да? Так, а что там дальше? Аленький цветочек, это я помню. О, левелапик, это еще лучше. Вот только как не попасть наверх? Ах, не могу. Так, а что ниже? Уйди, кыш. А, все, я понял. Я нашел целительный фимиам, у меня плюс один было. Ну, стало точнее, плюс один. Было-то 5 максимальное количество зарядов, теперь 6. Вот оно что. Так, подойдет? Нет, заперто. Видимо, нужен какой-то другой ключ, чтобы открывать эти вещи. О, уйди. Ах ты, задел, зараза. Некоторые из них реально, они мощнее. А, все, я просто обошел это место с другой стороны. Понял. Так, во, серебряная монета. Вот теперь. Вот теперь можно пойти в библиотеку и купить себе тот фимиам, который дает мне дополнительно 2% выносливости, видимо, ну, здоровья за каждого убитого противника. Это реально круто. Так, вот еще снизу была вот здесь дверь. Есть. Подошло. О, как темно. Уйди, маленький пройдоха. Чего ж тут так темно-то? Надеюсь, я ради чего сюда пришел полезного. Монетка там. Ну, пока кроме... проклятых ведьм и тел, и мертвых я ничего не вижу. Так. Серебряная монета. Круто. То есть мы здесь были ради монетки. Вот это хорошо. Я люблю, когда мои заключения, мои страхи, мои бои вознаграждены монетами серебряными. Это реально круто. Так, теперь давайте опять наверх. Там была самая начальная дверь. Изначально запертая. Вот она. Ну-ка. Закрыто. Причем тут даже не написано, что нужен какой-то конкретный ключ. Возможно, эта дверь открывается только рычагом, да?
Понятно, все. Больше запертых дверей вначале я не помню. Ну уже неплохо, мы сюда вернулись сначала, мы нашли две монеты халявных, да? Ух ты, прям на нее упал. На эту ведьму страшно. Так. Отхилочка. Да фак! Хрена они мне тратят тут жизней. Я на это не подписывался. Все, подыхайте, маленькие черные черти. Вы осквернены скверной. Вау, больно? Понятно. Но я все равно умнее тебя. Так. Все. Да, сейф, видите, он полностью восстанавливает вообще все. Не только жизни, но еще и фимиам заряд, мощный удар, ну и все остальное, все прочее. Так. Вот это, конечно, немножко напрягает, что с каждой новой локой выходит, что все враги спавнятся на своих местах обратно. А, то есть я иногда теряюсь, кого убиваю я, кого нет. Так можно бесконечно себя прокачивать, по идее. Хотя, что-то знакомое место, блин. Я же... Да, это начало, я здесь был. Там дальше тоже была, помню, запертая дверь. Вот здесь. Закрыто. Ага. Не сюда, значит. Да, вот здесь. Так. А, нет, я как-то странно сюда побежал. Нам нужно здесь вот через прыгалку. Через кустики. Видимо, да? Я, кстати, предлагаю нам по-быстренькому вернуться и купить тот фимиам. Я не знаю, правда, где будет ближайшая библиотека. Возможно, она будет не так далеко, но лучше не рисковать. А, не бей меня, больно. Фак! Ну ладно, сила монтажа. Приведи меня в библиотеку. Фак. Попал, блин, я в библиотеку. Вот проверяйте, смотрите, видите, в библиотеке. Это типа сарказм был, то есть я не могу никак попасть обратно в библиотеку. Фак, это неприятно. Ну тогда будем надеяться на то, что библиотека будет день по пути. Прочь, 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 прочь. Я вас запарился уже убивать. Ай, больно. Это было больно. Это было еще больнее. А, все, убью. Один останусь. Так. Вот, здесь нам нужно теперь пошалить немножко. Так. Ящики желательно разбивать. Блин. Их колдовство довольно-таки противные. Так. Интересно, имеет ли значение, что их долго бью? Нет. Неважно, сколько я их бью, у них все равно дают они мне 9 очков опыта, и не больше. Я просто подумал, что, допустим, если я больше наношу хитов даже после смерти у них, то они дают мне больше опыта, и хрен там. Ух ты, что это? Это секрет? Я нашел секрет? Круто, или нет, или так и должно было быть. Не знаю, но... Стенка уехала, и я нашел проход. Так, можно пойти наверх, можно пойти... Вправо. Давайте вправо пойдем сначала. Там вон слизни уже меня поджидают, я их уже вижу. Тут что-то лежит. Рычаг. По-моему, где-то я был. Да, я здесь был, только с другой стороны, по-моему, да? Изучить. Архив номер 16. Давайте почитаем. Так, записи, архивы. Это мы все уже почитали. Собор Святой Гильдреты. Собор Святой Гильдреты. Собор Святой Гильдреты был основан несколько веков назад, и его первой настоятельницей стала сестра Эми. В то время угроза ведьм была не такой явной, и сестры наслаждались мирной жизнью. Но службы здесь больше никто не проводит. В соборе идет война с проникшими в него еретичками. Близость к королевскому дворцу делает собор стратегически важной точкой. Вот так-то. Вот так-то. Собор важен. Все, что мы должны были понять, это собор важен. Намного важнее, чем он был раньше, да? Так, дверь открыта. Спасибо. А-а-а, все, вот моя библиотека. Так, нормально.
Так, давайте. Сейчас мы купим себе офигительный фимиам и будем получать дополнительное восстановление, да? Так, погнали. Вот, фимиам лотоса. 2% запаса здоровья за каждого убитого врага. Есть, купил. Спасибо. Так, как его поставить? Я же уверен, что это пассивный фимиам, да? Да, это пассивный фимиам, вы можете поставить. Та-дам! О, круто. Так, ну что, давайте вернемся обратно. Так, я чувствую, что я, знаете, постепенно развиваюсь. Это такое приятное ощущение. Ой! Боже. Забыл, что эти твари-слизняки респавнятся. Это на самом деле, знаете, это печально. Я не очень люблю, когда враги спавнятся, потому что из-за них ты теряешь бдительность, думая, что ты всех вроде бы уже зарубил здесь, а они хопа и появились. Так, ну нам нужно на поверхность. The fuck? Попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. Да, я люблю прыгать. Я обожаю, блин, прыгать. Вот, видите, плюс 7. То есть за каждого противника мне дают хпшечку. Это реально круто. Вот этот реально круто. Это очень полезный фимиам. Вот, видите, плюс 7. 50 очков опыта за один цветочек. Значит, это все же был такой полусекрет. То есть вроде бы стенка уехала. Я думал, что это какая-то новая лока для нашего изучения, но нет. Это просто возможность лишний раз вернуться в библиотеку и найти этот прикольный цветочек с опытом. Больше здесь ничего нет. Ну ладно, погнали тогда изучать дальше. Ух ты, опять эти заспавнившиеся твари. Ладно, пойдем пониже. Нечего здесь колдовать. Только не в мою смену. И опять слизняки. Приветик вам, друзья. Надо теперь вспомнить, где я еще не был. И где там нужно был еще ключик. Чё-то смотрите. А-а-а. У меня левелап только что был, окей. А что-то я испугался, думал, у меня опыт не идет. А он у меня, видимо, обнулился. Так. Тарапапам. Так, так, пойдем ниже, вот сюда. Сюда, по второму кругу, значит, налево мы ходили уже, направо. Вот здесь уже теперь, с учетом того, что у меня есть ключик, мы сможем много, видимо, чего новенького открыть. Наверное, это надеюсь. Убери бомбу, плохая бомба. Ну, бомбу можно уничтожать, это здорово. Так. Да фак! Не очень удачно ударил. Вот, точно. Вот здесь мы, помню, были. Есть. Открывается. Зашибись. Я еще вниз, кстати, не ходил. Вот туда. То есть, по идее, я могу... О, можно попасть и обратно. Хорошо. Но вот здесь я реально не был, поэтому мне любопытно. Вот, значит, что же здесь. Тут цветочек аленький. 50 очков. Можно, видимо, выпрыгнуть обратно. Какой-то маленький чертик. Ага. Тут нужен ключ. Вот реально бы хорошо запоминать. Может, на карте это дело как-то указано? Какие двери... Нет, на карте двери вообще нет. Есть только перышки, означающие, видимо, сейвы. Окей, 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 окей. Хотя переходы, да, на карте обозначены. То есть вся карта разбита как на такие клеточки, видите? В конце есть переходы. Влево, вправо, допустим, вниз или вверх. Это зона, куда я могу топать. И тут ключ нужен, понятно. Ну, будем знать. То есть раз там есть переходы, но при этом не видно следующих комнат, значит, я там не был. Значит, там заперто. Вот и все. Это банально. Ух ты. Хрена вы умеете как делать. Агрессивно выпрыгивать из окна. Да, секрет? Охренеть, я нашел секрет. Еще один. Ух ты, как тут темновато.
Вау, ребятки. Фак. Хрена вы смелый. Ух ты, чуть не убили. Так, отхилочка. Сколько много здесь, смотрите, мертвых тел святых сестер. Бам, я тебе первый нанес мой сокрушительный удар. Так, что это? Архив 21. Так, записи. Архив 21. Священная канцелярия. Видимо, первая запись. Официальная организация церкви. Главное здание, Белая часовня, расположено в городе Олавиди. Священная канцелярия – это могущественная организация, которую общество уважает и боится. Ею заведует его бесконечная милость, священнослужитель, который напрямую общается с богами. Помимо него, решение принимают несколько монашеских орденов. Среди них орден 12 святых, считающийся самым крупным и наиболее влиятельным. Ордена доносят до простых людей закон Божий и сулят великое благо праведникам, следующим заветам и исполняющим все предписания. А вот тех, кто отрицает учение церкви, преследуют как еретиков и передают в руки суда. Судом заведует инквизиция, которая и решает судьбу подозреваемых. В большинстве случаев подсудимых признают виновными и приговаривают к сожжению заживо. Ну, короче, понятное дело, типичная инквизиция, да? Всех сжечь, всех сжечь. И не разбираться, по сути, кто добрый, а кто плохой. Ну, кто злой, кто добрый, кто плохой, кто хороший. История, к сожалению, знает примеры таких кровавых, увы, разборок. Так, ну тут по-прежнему заперты. Ну, хотя бы секрет нашел. Так, погнали обратно. Вот здесь мы открыли двери. Ух ты. Ветерок, погодные условия, видимо, снег. Сейчас будет прохладно. Прям как у меня за окном, да? Наступила осень. Так и здесь все слегка похолодало. Так. Ух ты, какое красивое полнолуние, да? Как бы тут всякие оборотни не проснулись. В этой игре все возможно. Так, подозрительный рычаг. Золотоцветный фимиам. Подожди, что он дает? Наносит урон от молнии. Ого! Так, подожди. Бам! Это, видимо, вплотную ко мне, да, удар молнии? В другой комнате был активирован механизм. Какой-то. Без понятия, какой. Так, ну тут секретов нет, да? Вообще. Вау! Не, погоди. Сейчас я попробую использовать эту молнию. Ого! Неплохо так-то. Как массовая атака. Недурно. Какой же там мог механизм быть активирован? Я помню, что там был лифт, который был как бы наверху, помните, да? Возможно, мы его немножко припустили пониже. Так, на этом лифте я уже ездил, да. Сейчас будем проверять. У меня первое подозрение — это именно лифт. Я помню, что он был как бы наверху, и в него нельзя было попасть. Здесь-то, по идее, мы были. Да, здесь все мы посмотрели. Да, вот он лифт, который был чуть выше. Так, а тут что? Я уже прям реально все забыл, ну ладно. Просто мы были, значит, моя совесть чистая. Давайте наверх. Так, немножко полечимся. Что-то какая-то шахта довольно высокая, да? Тихо, чуть бомба не попала в меня. Надо быть крайне осторожным здесь.
Так ведь можно и запоранить себя. Все, сохранились. О, как приятно. А поспать можно? Было бы неплохо. Поспать. Так, уии, тихо. Да ты чё, твою мать, творишь-то? Да ты чё, охренеть он мне. Вот тебе мега-удары фаерболами. Блин, ни хрена у них удары больные, а, друзья? Это вообще хреново. Ну, то есть я не ждал такого подставы, да? Так, ладно. Да ты чё, почему перекат не работает? Этот белый фимиам не очень-то и полезен мне на самом деле. Он урон наносит мало. Ладно бы ты хотя бы с двух ударов убивал, но нет. Видите, сколько нужно. И все, а тут всего 10 патронов. Так что толку от него немного. Так. Да. Вот это другое дело, вот это молнии. Погнали-то полечимся, что ли? Где? Рано еще? Для боев. Так, все, сохранился. Так, по карте, что там у нас по карте-то? Надо будет вот эти стены бить, потому что вдруг у них секретки есть. Да? Надо все стены проверять на крепкость. Так, опа. Что там за свечение такое красивое? Снизу, а? Так, ладно, давайте по карте. Вроде там... Не так далеко, окей. А ради чего я пришел? Да фак, как ты меня можешь задеть? Ты же глупый. Так, тут есть какая-то прыгалка. Вау, вау. Возможно, секретка, нет? Было бы неплохо. Монета, будь монета, 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 монета. Астральный фимиам. Окей. Астральный. Вот это можно белый заменить. Временно дает плюс 10 к атаке. Временно. Хорошо. Неплохо. Мне понравилось. Так, надо бы испробовать это дело. Астральный. А, 0-1 заряд. То есть я могу только один раз это сделать. Я думаю, что правильно будет его использовать на боссах, да? То есть пока не буду я его использовать. Вот солительный можно заюзать. А астральный можно использовать реально в битве с боссами, чтобы себя немножко прокачать. Ух ты. Что за монах? Эй, вау-вау-вау, это что, босс что ли? Вау! Ты что такой агрессивный? Погоди. Так, окей. Вот тебе астральный. А, нет, это не астральный. Вот тебе гроза. Вот тебе еще гроза. Вот тебе еще гроза. Так, целительный и астральный. Немножко больше жизни. Ах ты, зараза. Есть, я тебя поработил. Охренеть, он здоровый был. Бам! Аж левел обдали. От шока. Да я сам немножко в шоке. Здесь, во-первых, водичка, смотрите, мне почти по колено. Во-вторых, я потратил все свои удары молнии. И все, и мне очень плохо. Мне нужны жизни срочные, мне нужна отхилка. И обращаю ваше внимание, друзья, на бэкграунд. Смотрите, это очень кровавое, жуткое зрелище. Кровь стекает. А это бедные наши сестры, это бедные монахини, которых убили ведьмы. Проткнули кинжалами. Возможно, это даже какие-то вуду. Жесть. Так, закрыт, понятно. То есть нужно, видимо, вот, возможно, где-то здесь я найду еще один ключик. Мы сможем открывать еще больше дверей. Так. Ну вот, это другое дело. Мой прогресс сохранен. Так, можно зайти, видимо, в библиотеку. Можно прыгнуть наверх и открыть рычаг. Замечательно. Так, ну что, давайте зайдем. Что
что там можно интересно новенького получить? Будут ли интересно новые там диалоги? Нет? Сестра, найдите змея. А, то же самое. Так. Поговорить. Есть ли у тебя там что-нибудь новенькое? Ничего не появилось, да? Только фимиам лотоса. Я его уже купил. Черный фимиам. Давайте возьмем. Почему нет? Почему нет? Действительно, почему нет? Только что он делает? Астральный можно пока снять, допустим, и взять черный. А астральный просто можно временно надевать во время босса и использовать его. А черный будет бить, и молния будет бить. Друзья, не зря здесь дали мне сохранение, то есть, возможно, меня что-то ожидает, что-то ждет. Здрасте, голубки. Ау, бомба. А я умею делать офигительное парирование, да? Я умею делать перекаты. Меня этой бомбочки не удивишь. И уж тем более не поборешь. Проклятые ведьмы. Вы заключили сделку с дьяволом. За это вы будете порабощены. Так. Можно, по идее. Так, подожди. Черный фимиам. Надо использовать его, посмотреть, как он работает. Так, по карте можно вниз, а можно... О, дальше большая лока. Там, видимо, да? Тогда давайте спустимся, посмотрим, что здесь. О, я в самое начало пришел. Помните, да, этот момент? Все. Теперь мы полностью все открыли. Но ради чего мы это сделали? Там, я помню, была одна дверь, да, но мы все их открыли, все запертые двери. Поэтому можно обратно потопать. Ух ты. Вот это красиво, да. Мы наконец-то вышли из этих темниц, или где мы там бегали. Башни. Полнолуние. А это еще кто? А вы настойчивы. Вот какая-то ведьма. А, их там было две, помните? Одна цветочная, с которой мы сражались в первой серии, а это вторая. Сдавайся, ведьма. А ты не хочешь обратиться ко мне по моему настоящему имени, сестра? Что? Я сказала, сдавайся. Ты недостойна такого обращения. А что, я сестра, что ли? Достойны или нет, решать не твоей церкви, сестра. Вы слишком долго отравляли эти земли своей верой. Меня уже тошнит от вашей безграничной жестокости. Так велят святые. Наши действия подчинены их воле. Сделай хоть раз что-нибудь по своей собственной воле. В этом мире не должно быть места твоей церкви и ее последователям. Такая прогнившая вера не должна существовать. Ни хрена ты смелая девчушка. Сестра Девуар. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, что он делает? Она прыгает? Она колдует? И у нее черный, видите, какой-то сгусток энергии. Под ее ногами. Понятно? Такая. Да фак. Фак. Вот тебе черный Девуар. Ой, фимиам. Я их уже путаю. А это был мега взрыв, я понял. Так. Где мы целительный? Да ты чё творишь-то? Ты ж чё такая окаянная? Хрена, она меня разносит! Тихо, тихо. Так, предугадаем ее поведение. Так, так. The fuck? Хрена она зверская! Чувиха, ходи. Так. Давайте-ка мы поменяем... Фимиам, с черным мне все равно истрачен уже на астральный. Так, юзаем усиление. Так, теперь обратно центральный. О, у меня еще молния же есть, точно. Бам тебе молнии по башке. Бам тебе молнии по башке. Бам тебе молнии по башке. Фак. Что-то какая-то она жесткая вообще. Игра окончена. Спасибо, я и так понял, это кэп.
Фак, она какая-то реально хардкорная, она безбашенная. А, вот когда она так делает, это означает, что она что-то будет больное предпринимать. Ах ты, я два раза использовал за раз, фак. Так, тихо, тихо, тихо. Ух ты, было, что это было? Я не знаю, что это было. Ах вы, самодовольные монашки. Я ее ранил, я понял. Убирайтесь. С глаз моих. Долой. А что, ее можно не убивать? А-а-а. Ха. Так она еле на ногах стоит. Не хочу ее убивать. Будьте прокляты. Будьте прокляты вы и все ваши святые. О, она может бить. Окей, понятно. Мне как-то жалко ее стало. Так. Она отчаянно пытается что-то сделать. Но сдаваться она явно не хочет. Ну, что поделать, добивать придется. Это вовсе не акт веры, сестра. А что это? Уровень повышен. Еще одна ведьма покорена. Душа ведьмы очищена. Что-то какое-то, знаете, какая-то подстава здесь. Гроза предателей, получено достижение. Эх, жалко мне ее. Сестра Девуар, зачем вы пошли по этому пути? Это, видимо, сестра вот этой мелкой, да? Моей подружки. И чё, а дальше куда? Что мне это все дало? Хоть бы ключик какой-нибудь. О, какой-то пацан появился. Или девчонка. А вы умеете владеть мечом? Не подходите, я вас не знаю. Кто вы? Я всего лишь путник, идущий во дворец. Какой-то вы подозрительный путник. Неужели? Пусть я и не отличаюсь особым благочестием, но я хочу помочь. У меня есть для вас кое-какая информация. Дворец окружен барьером, который блокирует вход. Пройти сквозь него могут лишь ведьмы. Ну, как бы я это и так понял. Но поговаривают, есть тайный проход, связывающий королевский сад с внутренними залами дворца. Что же касается входа в сад, мне удалось открыть ведущие в него ворота. Это у подъемника в соборе. Если хотите, можем отправиться туда все вместе. Что думаете, сестра Семилла? Чем нас больше, тем лучше, по идее. И что, мне нужно выбирать? Ладно, встретимся в саду. Договорились. Ах да, мы же не представились. Меня зовут Пин. А вас как звать? Так мы тебе и сказали. Да ладно, почему? Он вроде как нам помогает, поэтому... Сестра Семилла и сестра Анна Френ. Какие странные имена. Ну и рад знакомству. Что ж, тогда увидимся по пути во дворец. Какой реально он странный паренек. Весь такой появился внезапно и... Типа, вроде как помогает. Так, я не знаю, правда, ко мне топать. Ладненько, друзья, в общем, я предлагаю нам на этом месте, вот рядом с этим чувачком, серию и закончить. Всем спасибо за внимание. Вот такое вот реально приключение получилось сегодня. Было как бы два сражения таких крупномасштабных. Это тот здоровый чертенок и новая ведьма. И наш путь лежит во дворец. Ждите непременно третью серию и ставьте лайк, поддержите видео и мое прихождение. Всем желаю добра и удачи, всем пока-пока!